Во дворце спорта «Манеж» прошел чемпионат республики по армрестлингу. За победу боролись 140 спортсменов. Накануне только победы и медали. Для многих ребят это шанс выступить на чемпионате России. Победителей 36 человек в 18 весовых категориях. Именно они будут защищать честь республики в Перми. По словам организаторов, этот вид спорта популярен в Осетии. В республике занимаются армрестлингом более 700 человек. Появление армрестлинга в нашей республике, наша сборная еще ни разу не проигрывала. Вообще команда, мы всегда занимаем первое место, не как среди молодежи, так и среди взрослых. Поэтому результаты всегда отличные. Выиграла вот сейчас, пока левой рукой еще правая не дошла. Сложно было, конечно, но соперник тоже был очень сильный. Старались как-то вот. Ну, получилось выиграть. 4 года. Первый раз меня учитель привел на соревнования, на районные. И попробую. Ну, я хотя не умела, говорю, я не смогу. Он такой говорит, как получится так, говорит, Борис. Я говорю, ну, хорошо. Потом поборолась и первое место. Думаю, начну заниматься, попробую, ну, получится, нет.